Ребята, всем огромный привет! У нас сегодня пятница, мы решили выехать из дома, немножко погулять. Приехали в очень классное место. Мы приехали в Лемушав Алейхем Галилит, и тут есть... И наткнулись на, по-моему, здесь живут фанаты Белоснежки. Посмотрите, что тут происходит, что-то творится во дворе. Просто вообще какой-то шикардос. И посмотрите, сколько гномов. Шикардос, да. Очень красиво, да? Вон она, Синдерелла стоит. Золушка. Смотрите, какие желуди я нашла. Красота. Погода сегодня шикарная. Погода сегодня нас не подвела. Дождя нет. Мы сейчас будем тут гулять. Взяли самокаты, вон там дети взяли самокаты, мы взяли, конечно же, покушать. Короче, будем сегодня балдеть, отдыхать. Окей, ребята, мы тут присели на пикничок. Женечка, приветик всем, скажи. У нас электрический тут мангаль, такой маленький. Короче, мы тут взяли вот это вот вегетарианские амбургеры, которые сделаны. Сейчас я вам покажу. Мне будет проще вам упаковочку показать. Вот такой амбургер. Он сделан из патриота, дашим и киноа. Ну, короче, это, кто не читает на иврите, это сделано из грибов, чечевицы и киноа. Взяла в первый раз, не знаю, как на вкус, сейчас попробую, скажу. Вот. А это тоже вегетарианские сосиски. Сейчас посмотрим тоже, из чего они сделаны. Так, они сделаны непонятно, из чего они тут сделаны. Короче, написано, что здесь много белка, и они реально очень вкусные, вообще очень похожи на куриные сосиски. Вот они. Тарелка есть? Потому что я дома уже их готовила. Вообще, ну просто не отличишь от мяса. Ну и пицца маленькая. 6 часов, уже такая темень на улице, капец. Да, очень темно. Мы забрели сейчас в парк детский. Такой вот при, ну, при кибуце. Тут очень много всяких развлекушек для детей. Я взяла ролики с собой в багажнике. Я сижу и думаю, если я сейчас их одену, буду тут кататься, я же убьюсь на них тут точно. Поэтому советую Жене, он говорит, а мне все равно. Одевай ролики и езди, хоть убейся, хоть прибейся. Линой бросила уже самокат, вон они там гуляют. Вот. Освещается тут все классненько. Домой неохота ехать. Друзья, мы уже приехали домой сейчас, вот только-только зашли. По дороге заскочили опять в русский супермаркет наш Кеши Тамим. Взяли тут кое-что, потому что у нас выходные, как-то ну, закупились еще немножечко. Я на этой неделе ездила, но семья большая, много потребляем продуктов, поэтому еще раз пришлось заскакивать. Окей, давайте вам покажу примерно, что мы купили по-быстрому. Так, взяла вот такие вот проростки для супа рамен. Буду завтра делать суп рамен, вот такой. Если завтра буду снимать влог, покажу вам, как я его готовлю.
вот эти грибы взяла, портобелло, или запеку, или буду как-то, может, даже и в суп положу, посмотрим. Была скидка на вот такие вот рис, на такую рисовую лапшу, это тоже на суп, и мы часто ее едим, это, в общем, для фунчоза, для всех таких блюд. Милки для детей. Взяли булочки в школу с моей старшей дочки. Так, что у нас тут? Мы разделяемся в магазине всегда. И я иду в одну сторону, Женя идет в другую сторону. Поэтому коляска, корзина набирается. Когда мы приходим домой, я вообще не знаю, что он там взял. Поэтому я вот сейчас при вас открываю пакет. И буду доставать этот пакет, Женя брал, по-моему. Так, что тут у нас? Чаек, земляника и мелисса. Сейчас будем пить чай. Так, это какая-то, да, это колбаска, по-моему, здесь, да, колбаса. Взяли вот такую вот намазочку для Софии, она в школу берет. Мой сыр пармезан литовский, сок апельсиновый, вот такой вот хлебушек черный, я тоже очень его люблю, сок яблочный, ну тут черный кофе, да, это для Жени, я черный кофе не люблю. Короче, ребята, вот еще взяла попробовать штрудель такой с маком. Но я поняла, что я по ошибке, там было два вида. Один без сахара шел, как бы, а второй, тут даже вот на упаковочке есть такой вот значок, что тут сахар есть. Я хотела взять без сахара, ну ладно, не беда, будем... Написано, что он изготовлен без маргарина. Ладно, еще взяла вот такие грибочки маленькие. Тоже у нас суп, наверное, будет. Моцарелла бэби. Вот такие маленькие шарики. Я с ними делаю салат. Как всегда, творожок. Очень часто пользуюсь творожком. И это у нас брынза. Да. А, это фета. Кусочек феты. И все. И вот это вот печенье. Женя взял себе. Он любит пить чаек с печеньем. Вот тоже была скидка. Конечно, пахнет. Ах, просто. Мне такое нельзя. Мне можно только понюхать. Я сейчас худею, друзья. И кто еще не в курсе, если вдруг на меня только подключились, увидели мои влоги, заходите. Я ссылочку оставлю вам на всякий случай внизу. А вот... по поводу моего похудения. Кому интересно, заходите, смотрите. Ой, ребята, у нас наступила, по-моему, зима, потому что, ну, так резко похолодало. Просто вообще неожиданно так. Мы сегодня вроде бы как бы гуляли, было так комфортно. Ну, как бы в кофтах. И сверху у меня еще такая, ну, как такая легкая куртка. Вот, мы даже снимали, раздевались прям с коротким рукавом. А сейчас... очень холодно. Я, короче, сегодня все разобрала. Летняя, мы спали до вот сегодняшнего дня в летнем таком, знаете, летнее одеяло. И комплект у меня летний был. И я подумала, утром проснулась, и прям такая холодина была, кошмар. Я даже за пару раз за ночь просыпалась, потому что мне было очень холодно. Короче, я сегодня достала фланелевую свой комплект. Сейчас поставила все перестировать. Сейчас в сушилке тоже все у меня там посушится. Буду заправлять, потому что уже холод. Просто надо себя беречь. Сейчас в такое время, в такое положение очень опасно простужаться. Девчонки, покажу вам свои... покупочки, но их совсем вот прям 3 штуки, но хочу с вами поделиться, потому что мне очень это понравилось, вот эти вот косметические продукты.
Думаю, может, вам пригодится тоже. Я купила вот сейчас вот такое масло, фирма Garnier. Вот такая вот упаковка. Не в нашем суперфарме, есть на Хуцотом Ефрат, то есть Израиля, я для тех вам говорю. Вот, там есть суперфарм, который Одафим, как аутлет. И я туда частенько приезжаю и покупаю всякие такие, ну вот по скидке, всякие такие штучки интересные. И увидела вот такое лавандовое масло для лица. Вот, оно такое, знаете, прям пахнет как спа на травах. У меня телефон скользит. Сейчас, минуточку. Все. А вот, для каких целей я его купила? Хочу делать массаж на лица. А еще я заказала, знаете, такой... А потом, когда я получу, у меня уже посылка в дороге. А есть такой... Такой специальный, как камень для лица. Оно идет в виде такой вот пластины. И у него вырез вот такой сбоку. Но я вам потом покажу. Тоже его как бы две штуки. Оно идет в комплекте. И его просто маслом мажешь лицо. И начинаешь массажировать как бы вот по этим местам. Вот подбородок, для лба. В общем, под глазами. Очень классная вещь. И вот я подумала, может, вот такое масло, когда мне эти штуки придут, я попробую попользоваться. Как всегда, мои фаворитные патчи для лица, это фирма вот такая, вот так она называется. Это корейская косметика. Вот, сейчас я вам покажу тоже на всякий случай, чтобы вы знали, как оно выглядит. Это патчи, которые ставят под глазки, чтобы не было синяков, в общем, отеков. Тоже очень-очень классная штука. Вот, я пользуюсь, ну, где-то 4 раза в неделю. В общем, по настроению, когда мне охота-то и когда не лень, то я их всегда одеваю. Вот, и взяла вот такое средство. Это как жидкая маска для лица. Перед сном ее нужно вот на ночь намазать и сделать типа как в виде маски, да, то есть все как вы делаете обычно под глаза, лоб, вот эти вот все части, и нужно это нанести на лицо и ложиться спать вместе с ней. Она за ночь должна впитаться, она увлажняет кожу, в общем. Тоже приятное такое средство. И вот такое вот. Вот такая у меня находка. Все, ребята, я пойду отдыхать. Пойду сейчас приму душ горячий, потому что мне кажется, что я намерзлась. Было очень так прохладно в магазине. Мы заскочили, я была в одной кофте. Давайте всем хорошего настроение, будьте здоровы, берегите себя. Ну и как обычно, не забывайте мне ставить лайк, подпишитесь на мой канал. Вот, и всем пока-пока.